Опа! Опа! Всем привет! Я организовал план, по которому Саша еще остался в гостях. Мы смотрели, например, шоу от Sony. Мы смотрели то, что был замена E3, сами гейм-шоу. Вот. И... А еще мы сегодня смотрели 4 часа историю мира Warhammer 40 тысяч. А теперь за полтора часа расскажу. Подождите, значит, чуть-чуть. Давай. Ну что, даже так удобнее было? Ага. Вначале я вам расскажу на полтора часа про то, кто такой бог-император. Ну, такие посмотрели, бог-император. 20 его примарков. Как я жил без этой информации, не знаю. Видите, у нас зеленый фон сегодня, потому что, как известно, мы любим Xbox. На самом деле, вот, можете посмотреть. У меня даже петличку поменять. Короче, опять у нас эти. Давай. Так, ну подожди. Сейчас я повесить, потому что я испугался. Да, конечно, сам повесишь. Ну слушай, она будет косая и не маленькая. А ты помнишь, каким образом мы поиграли в эту игру заранее? За неделю до всего человечества. Ты про пятый GTA? Да. Да, как пиратка с Xbox. Абсолютно. Время бежит, пипец. А мы не успеваем, друзья. Вы видите, вот эту седину, вот эту вот лысину. Лысину. Лысина лучше, чем седина, я так скажу. Deathloop — это последний, собственно, вот был такой вот яркий, яркая вспышка Bethesda, да? Это тем, когда Фениксом просто не то, что сгорело, да? Что? Где она сгорела? Что-то просит нас погромче сделать, но я чуть-чуть, наоборот, снизил, чтобы не рвало, когда мы будем орать, понимаете? А мы будем орать! Давайте там чаек заваривайте. Попкорн подогревайте в микроволновке. Макарошки варите. Что там? Макарошки долго. Макарошки как раз ровно 10 минут варятся. Сразу видно человек, который не готовит макарошки. Ты знаешь, это как у Тима Шейфера, надо отнять возможности для геймдизайнинга и оставить ему возможности быть сценаристом, идеологом и прочее. А геймдизайн поручить ребятам, которые делают это, ну, интереснее, честно говоря, чем Психонавты 2. Потому что тот же самый геймплей, ну, практически тот же самый, там, с нюансами, который был 12 лет назад, тоже так себе. Сам люди макарошки 6 минут варят, между прочим. Показывают много геймплея и в промежутках бубнит черт. Никогда уже давно никто не бубнит. Это слава тебе, Господи. Уже я не помню, когда я видел такую презентацию, где долго бубнили. Все же понимаешь, что все игры прошлогодние Sony вообще ничего не бубнили. А, пузо прошлогодние. Это когда они собрались их на E3, короче, а там ковид случился. Да нет. Ну, там же сидели, короче, японцы говорили from my heart, короче, говорю вам, что сейчас покажу. А, про презентацию PS3, PS5. PS5, да. PS5 был, но там не так уж много они говорили. Алло, да что ты за нудник включил? Хорошо. Понятно, что старый, но... Сейчас настраиваемся на такую. Пиздец. Ты пиздец. Зануда. У нас 5 минут, друзья, 5 минут. 5 минут, 5 минут. Рубашки топ, да. Старались. На самом деле нет. Давайте так строим. Мы так ходим. Так, друзья, тишина. На старт. Внимание. Фарш. 2 минуты. Нет, еще, фарш, да? Вот это я так проверяю, как ты смотришь на экран. А я просто, подожди, я на ютубчике включу. А это ты где смотришь? На офишел. Вот, Xbox. Это ты аудиодескрипшн запустил для глухонемых. Ты сам глухонемой. Мы постараемся помолчать во время самих роликов. Но не гарантирую, что вы сможете услышать нас. Фигна, проверка связи. Выпьем же за вас, как водички Архыз. Да? Так, женщина. Здравствуйте. Я же тебе сказал, ты мне с сурдопереводом. А давай оставим. По-моему, даже весело будет. Подожди, something's off at the church. Конч. Нет, это как будто. Как будто стримерша еще какая-то к нам подключилась и пытается с нами общаться на языке. Давай по-нормальному смотреть. Давай я буду ее отступить, хорошо. Да, давай, вот, Саша делал сурдопереводом. Окей. Она сказала: о, дерьмо! Подожди, я что-то вперед делаю. Там есть Today we're going to show you more than 30 titles that are coming to Game Pass. And that is on top of the hundreds of titles coming to members over the next year. Русский, там был, видишь? Our next announcement shows that the benefits of Game Pass
go well beyond the... Так, давайте вы решите, дурачиться с голосом или не дурачиться во время трейлера. Ну так вот, знаешь, почему в нее играли все вообще абсолютно, у кого есть Xbox Game Pass? Эй, слышара, history untold, да? Че я могу еще сказать? Я повторюсь, я еще несколько лет назад говорил, что не выйдет, во-первых, вовремя Starfield, во-вторых, что он выйдет в 23-24. Да, смотри, хоть геймплей уже показывали. Не просто какие-то графические наработки. Пускай показывают, я... Окей. Трансляция переходит в мои руки. Ты ничего не пропустил. Я знал, что я ничего не пропущу, поэтому решил пропустить. Так теперь я отлучусь. Нет, на самом деле, я послушаю все-таки. А вы думали, столько воды пить? Без перевода Антона получилась презентация менее атмосферная. Я возвращаюсь к своей деятельности, и все недовольные просто. Я услышал то, что хотел, я дерда, дорвусь. Это легенда о наземном мире. Объединенным тобой. Люди не могут мьютить, понимаешь, по каналам. Так бы взяли бы тебя замьютили, например. Нет, это не бихворер. Саш, только ты мог спутать это с Мехуарем. Извините моего друга, он часто путает нет, вещи. Нет, ты знаешь, это, нет. Не говори одновременно со мной, но иначе ты сбиваешь, как бы все. Universal tools that help us understand the heartbreaking beauty of life. Я хочу обратить внимание, что на этой E3 женщины красивее выступают. Объективизм, Антон, осторожно. Я сказал, как только санкции, не можно все, да. Это такой, знаешь, кейдж на минималку такой, очень хорошо. Да, мне понравилось. Или Вилсаком похожий персонаж. Да. Вилсаком! Вилсаком в роли бандита. Блин, а что это такое? Нарака. Нарака срака, блядь. Что за... Нарака сиропуха и заросли бамбука, Антон. Нет, я не буду что-то делать. Обсидиан, между прочим, не черт какая работа делает, понимаешь? Да не, может быть, нужно преодолеть... Надо проникнуться просто атмосферой вот этим всем. И тогда... Они пробудили Ереван! Слушай, Ереван, какая разница, куда ехать, да? Пробудился, и все. Тут полпрограммистов в Ереван уехало. Пробудили Ереван! Сука! Ереван, блядь! Дешевый ролик был для Диабло. Блин, дешевый, это позор был вообще. Как-то вообще, Blizzard вообще делал, подумал, всегда же на топе всегда были ролики. У них CGI был такой номер один, а здесь какой-то, я смотрю, думаю, что это там Польша, Венгрия, Словения. Похоже, кто-то слишком много домогался и его уволили, а он рисовал клевые ролики по совместительству. Oh, to set sail as a pirate captain, does boatload of new features he proclaim. Oh, to set sail as a pirate captain, that's why we really think that you should play this game. And it's playable with Xbox Game Pass, of course. Oh, to set sail as a pirate captain, adventure will come knocking on your door. Oh, to set sail as a pirate captain. Так, тише, моя премьера. Так, Антон, спать. О, смотри, котик. Ну да, это что-то в районе типа Алисы, Стран Чудес. Хачкастый пришел. Короче, это все переводится. Они мне дали денег после того, как Sony меня нахер послали, три проекта мне вернули. Иди нахуй. With millions of people, Xbox history хуй, а не PlayStation. Ну это понятно было, но некоторые же надеялись. Starfield. It's easily our most ambitious game ever. Мы тебя ждали давно. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon. Да! Crete. Давай, покажи, мы готовы. Все. До Star Citizen вот это далеко, конечно. Но это хотя бы выйдет. You've given us over the decades, especially on this game.
It's been an incredible journey. Короче, молимся. Наш Бог, блядь. Тот, давай. Ты не можешь от этого оторваться. Дай похлопаем, дай похлопаем. Нет, молодцы. Нет, это вот... Тот прям спас вообще Microsoft. А что, старшинство? 23-й, да, конец? 23-й, да. Нет, значит, 12 месяцев, не конец. То есть, если они обещают, что это выйдет 12 месяцев, то это... 24-й год. Полный еребан. У человека семья, там, все дела, так что... А, на меня свалил, я виноват, короче. Не, я-то могу сидеть. Нет, мя. Не норм. У PC Gaming Show, слушай, с учетом того, что мы видели до этого... На него, да, говорит, на меня свалил. Вот, видели? Поэтому пойдем, да. Слушай, Антон, мы будем больше того коллабов делать в этом году? Да. Все равно игр ни хрена нету, поэтому ты, просто поболтай. Ты, блядь, бери, приезжай. Кто тебе вообще мешает-то? Впервые я... за 5 лет у меня был. Потому что ты впервые за 5 лет позвал. Я тебе говорил, ты не адрес. Лжешь, негодник! Ты все время... Он все время звонил такой, говорит, приезжай ко мне. Я говорю, Саш, ты мне адрес скинь, я приеду. Я им пишу отделение милиции. Там, короче, Антон приезжал туда. Ну, ладно. Короче, договоримся. Разберемся. Вот, ну ладно, Денис, будем, вот, будем, я всегда готов, проблема вот.